А я вам письмо покажу от администрации. Что претензий к ним нет. Меня зовут Кристина, я проживаю по улице Беговая, 219/3. Суть претензий именно вот этих вот ларьков, что они установлены незаконно. Первая проблема, то, что люди из данных киосков выносят в наши баки мусор. Это первое. Мусор мы теперь платим не с квадратных метров, а за кубометры. То есть сумма мне за трехкомнатную квартиру с установкой этих киосков стала приходить 475 рублей за трешку. Я хозяин одного из киосков, вывоз мусора осуществлен правильно. Вода привозная, так что в принципе уже много лет все происходит. Компетентным органам мы все покажем. А есть ли договор на вывоз? Конечно. Покажите мне. Компетентным органам мы все покажем, вопросов никаких. Добрый день. А подскажите, пожалуйста. У вас должен быть договор на вывоз ТБО. Где вот он у вас? Там нет туалетов, нет умывальников у них, то есть полнейшая, как бы, получается, вот антисанитария. А обращались везде, писала даже Гусеву. Гусев написал, чтобы мы обращались в госжилинспекцию. Я вам просто хочу сказать такую вещь. Должна быть обязательно вывеска, группа, кому принадлежит павильон, ИНН, ОГРН, контактный телефон, ничего нету. Стоит, как говорят, на законном основании павильон. Вообще, чей он, откуда, к кому обратиться за тем, что вот в этом павильоне нормально работает. У меня есть бумага от администрации города Воронежа, что эти киоски поставлены в график демонтажа в начале-середине декабря. Вот, как бы демонтажа никакого мы не наблюдаем.